Привет, народ великий. Мы снова вышли. В общем, шторм продолжается. Лежаки еще сделали кучу, добавили. Шторм продолжается, никого на пляже. Ну, с той стороны 2, 4, 5, 6, 7 человек я вижу с той стороны. Море штормит, и тут один человек вот. Ну, такой парень явно что-то ищет. Приключений на причинное место. Зашел в сапогах в море. Лакуха. Сейчас встретил людей, которые гуляли. Они говорят, мы наблюдаем за вами, говорит, каждый день. Так что вот, Ваки, Ваки, Чубаси, Бабаси. Лакуха-бакуха. Сегодня свой S21+ дома оставил, снимаю на Redmi. Почему я его дома оставил, непонятно. Надо туда вставить сим-карту новую. Лаки прет, как толстолобик. Немножко грязненько, конечно, на пляже, друзья. Но опять шторм прекратится, опять будут убирать. Жизнь — это бесконечное повторение, да? Вот. Я уже по-летнему вот обувь сменил. Завтра еду в Краснодар. Не знаю. Завтра с утра, наверное, сниму видос. И поеду. Еду в Краснодар с братом. Вот, и там уже определимся, что и как. Ну вот такая вот погода у нас сегодня. Ветер, пасмурно. Дождя нету, слава богу. Шторм. Кто-то бутылку там вынесло. Все такое. Квадрокоптеры летают местные. Вот такой вот короткий обзор. Но видно и видно, что море, шторм, Аркипка. А больше показывать-то нечего, друзья. Что там на набережной творится? Но ничего не творится, поверьте. Все то же самое, что и вчера. Но вчера хотя бы был этот, был выходной, люди повыходили на пляж. Ой. Так что у нас в этом году будут свежие лежаки. Вот так вот.